Здравствуйте, сегодня я готовлю мясо по-французски. Но не обычное мясо, я его буду готовить из фарша. В фарш я добавляю специи и соль. У меня уже соединенные специи для мяса, можно использовать любые, какие нравятся. И добавляю одно яйцо. Мясо по-французски по этому рецепту готовлю довольно часто. Иногда делаю подушку из лука и моркови, а иногда из лука и картофеля. И всегда получается вкусно. Для более сочного результата в фарш добавляю мелко нарезанный лук и немного чеснока. Но это, конечно же, по желанию. Фарш здесь может быть свиной, индюшиный, куриный, говяжий или комбинированный. Я чаще всего готовлю из комбинированного фарша из свинины и говядины. Перемешанное мясо пока отставлю, натру морковь и лук. На дно формы выкладываю хорошим слоем лук. У меня идет одна луковица среднего размера. Форму перед тем, как выкладывать лук, я смазала маслом. Сверху морковь, пол моркови у меня сюда идет, тоже хорошим слоем. И теперь я буду формировать круглую лепешку. Для этого взяла чашечку по размеру моей формы и вот так уплотняю в чашке, ну а затем переношу на морковь. Если фарш жирный, то больше ничего делать не нужно. У меня он слегка постноватый, поэтому я добавлю сюда дополнительно буквально чайную ложку с горкой майонеза и распределю. Духовка уже разогревается на 230 градусов. Сверху я посыплю тертым сыром обильно. Но это, конечно, по желанию. Накрою фольгой и отправлю в духовку на 40 минут. Через 40 минут снимаю фольгу и еще 10-15 минут подпекаю сверху. Вот такая у меня красота получается. Легко вынимается из формы. Сверху можно посыпать любимой зеленью. И звать близких для дегустации. Друзья, спасибо большое, что вы смотрели это видео. Если вам понравилось, оценивайте, пишите свои впечатления в комментариях. А я с вами попрощаюсь, до новой встречи!